Я не являюсь автором данного видео. Ссылку на автора я оставлю в описании. Как я достиг бесконечной ульты Мортиса? День первый. Передо мной стояло большое облако яда. Я пытался обойти, но оно было настолько огромным, а цель моя впереди. Несмотря ни на что, я пробрался сквозь этот яд и добрался до центра, где находились ящики. Тут и начались мои тренировки. Первая задача была сломать эти ящики, и с ней я отлично справился. Но это было лишь начало пути. Как я достиг бесконечной ульты Мортиса, день второй. Лучше всего тренироваться на динамайках. Поэтому я нашел их логово, но туда пробраться было сложно. Динамайки меня не пускали и забрасывали динамитом. Но меня не остановить перед поставленной целью. Я прорвался внутрь и начал сражаться. Целый день я гонялся за динамайками и увеличил свой скилл достаточно неплохо. Но это было лишь начало. Впереди еще долгий путь до бесконечной ульты. Как я достиг бесконечной ульты Мортиса, день третий. Уже на третий день я бился с гигантским боссом, у которого было невероятно огромное количество здоровья, и победить его было очень сложно. Но ничто меня не остановит перед поставленной задачей, потому что знаю, пройдя босса, я продвинусь сильно вперед к поставленной цели. Я сражался с ним целые сутки, и в конце концов смог победить, и я стал на несколько шагов ближе к бесконечной ульте. Как я достиг бесконечной ульты Мортиса, день четвертый. Для того, чтобы овладеть таким бесценным навыком, сначала нужно изучить искусство трикшота. Я потратил на это целый день. Сначала у меня не получалось, но потом каждая попытка стала идеальна. Трикшоты залетали так, как мне нужно. И я чувствую, что бесконечная ульта совсем близко, осталось немного. Как я достиг бесконечной ульты Мортиса, день пятый. Я знал, что к моей цели может привести только синий телепорт. Я долго его искал, но местные жители подсказали, что путь к нему идет через длинную дорожку яда, но еще никто по ней не проходил, все погибали, никто не добрался до конца. Но я все-таки собрался с мыслями, сделал попытку, и осталось немного, и вот он. Как я достиг бесконечной ульты Мортиса, день шестой. Я телепортировался в древний храм Мортисов, где ко мне подошел золотой старейшина Мортис. Я спросил у него, как получить бесконечную ульту. Он сказал, что ответит после того, как я смогу победить его воинов. На меня накинулось сразу 4 Мортиса со всех сторон. Битва была жесткая. Я уже думал в какой-то момент, что проиграю. Но я не сдавался и бился до последнего, пока все его воины не полегли. В итоге я справился с этим и подошел снова к старейшине и спросил, как же мне получить бесконечную ульту Мортиса, и он ответил.